Вейсап, народ, на связи Финны. Сегодня вышел новый клип на песню «Грустно» от Егора Крида и Soda Love. Чуваки, спустя хреновую тучу времени, конечно, после дропа этого трека вообще, да, этого альбома. Но, в общем-то, ладно, погнали смотреть. Трек вообще мне очень понравился, очень классный, такой, знаете, проницательный, такой вот пронзительный, грустненький, да, человый, я не знаю, вот если какое-то вот говно настроение, да, ты вот сидишь такой о чем-то там думаешь, да, и, блин, этот трек прям вот вкатывает вот под такое, чуваки, трек реально очень годный, погнали, короче, заценим клип на него. Блин, трек реально имбовый, на репите постоянно слушал его, когда он только вышел. Деньгами потирает, слез нормально. Я тоже так хочу. С тобой очень грустно, бэби, очень грустно, бэби, очень грустно. Но без тебя мне очень пусто, очень, сука, пусто. Нахуй эти чувства? Я не понимаю, что мне с тобой делать. И я не понимаю, что мне с тобой делать. Схожу с ума. Рекламка. Тело, твои глаза и твои губы, я и ты, очень разные люди. Я не понимаю, как нам быть одним целым. К черту этот день, если этот день без тебя. К черту этот день, если этот день не от тебя. К черту детей, если эти дети не от тебя. Я не нашел бы в себе эти мысли, если бы тебя не терял. Блин, я просто сейчас не особо вдупляюсь в смысл клипа именно. Очень грустно, грустно, baby, очень грустно, грустно. Очень грустно, но без тебя мне очень пусто, очень, сука, пусто, нахуй эти чувства, я без них. Ну, типа, я не знаю, то, что он там может быть без какой-то девушки, да, и в окружении зато других, типа, с деньгами, там, все дела, ну, что-то такое. Очень грустно. Не, ну картинка как бы да, тут имба, трек тоже имба, но вот именно сам как бы смысл именно клипа, как бы что-то мне не очень ясно. Возможно, это типа стёб какой-то, типа ему грустно без девушки. Мне это чуждо, не могу плакать, а из-за тёлки, прости, это чушь, брат. Сука, актриса, но играет плохо, будто она... Это тоже, возможно, реклама, кстати. Nintendo Switch. Блин, парт Соды имбовый тоже. Не, ну тут все мне парты понравились, типа и у Крида, и у Соды. Типа тут как бы, ну, не до чего докопаться. Шампейн открывается, бэм-бэм. Я так люблю эту жизнь, дэм. Но мне с тобой очень грустно, грустно, бэйби, очень грустно, грустно, бэйби, очень грустно, грустно. Но без тебя мне очень пусто, очень, сука, пусто. Нахуй эти чувства, я без них. Короче, да. Я просто читал комментарии до, ну, к этому, короче, клипу. И я понял, о чем, собственно, люди писали. То, что они ожидали чего-то, короче, грустного, типа пронзительного к этому клипу. Ну, к этой песне, да. Но получилось, что получилось. Нет, на самом деле прикольно. Типа, но вот когда послушал я именно трек сам, да, не видя клип, я, например, не допер, о чем эта песня. Сейчас же она для меня по-новому открылась совершенно. Потому что до этого я думал, ну, типа там... Реально, челу грустный, там, что... Все же думали, что он, типа, выпустит альбом, посвященный расставанию с... Кем он там встречался, короче, не помню, как эту тиктокершу звали. Вот. И, типа, эта песня должна быть реально грустной, и клип тоже такой грустный. Но нет, ни хрена подобного. Он пишет, типа, в этой песне то, что, ну, типа, ему, как я уже говорил, грустно, да, но на самом деле ни хрена... Типа, ему наплевать, короче, на нее, вот, грубо говоря. Типа, у него есть куча других тёлок, есть бабки, да, и ему похрен, короче, на нее, вот, о чем, короче, эта песня. И, в общем, как-то так, друзья. Ну, я надеюсь, я правильно его понял. Надеюсь, потому что, возможно, смысл немного в другом кроется. Короче, чуваки, если вы как-то, ну...
поняли, может быть, не так, как я, или что-то еще, то пишите свое мнение, в общем-то, о клипе в комментариях, да, либо же, если вы там согласны с моим мнением, то тоже напишите, будет интересно почитать, я читаю все комментарии, потому что их не так уж и много. В общем, друзья, буду на этом заканчивать, подписывайтесь, ставьте лайки, с вами был Финн, всем удачи, всем пока, друзья!